утро подарило городу настоящий фестиваль футбола. Юные спортсмены уже в деле. Прямо сейчас все покажем. У нас сегодня выходной день, проходит фестиваль футбола. Так как мы сейчас являемся детским футбольным центром, и от РФС нас, скажем так, обязательно программа входит в проведение этих фестивалей. На этих фестивалях мы отсматриваем самых сильнейших детей, которые могут быть представлены детско-юношескими центрами, частными футбольными школами и, естественно, непосредственно нашей школой все дети. Они играют в футбол на нескольких половинах. Также включены футбольные станции, посвященные техническим комплексам, комплексам обыгрышей и так далее. И на них стоят судьи наши, представленные нашими тренерскими составами. Они непосредственно отбирают, смотрят на этих деток и записывают лучших из лучших. Наша цель этого фестиваля, чтобы дети наигрались в футбол, и наш тренерский состав отобрал лучших детей и пригласил в нашу спортивную школу. Мы любим футбол за экстрим! Сегодня на стадионе «Славнефть» состоялся необычный футбольный праздник. Фестиваль футбола под эгидой Российского футбольного союза и при поддержке управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля. Ребята соревновались в технических элементах. В игре в футбол было задействовано порядка 450 детей. Это три возрастных группы. Ребята не только нашей спортивной школы номер 13, ну а также спорткомплексов, частных футбольных клубов, детских центров. Благодаря этим фестивалям мы сможем отобрать наиболее талантливых ребят для прохождения дальнейшего футбольного обучения в нашей спортивной школе. Ярославские юные таланты совсем скоро вырастут в настоящих мастеров. Фестивалю футбола быть!